Все в порядке. Все в порядке. Все в порядке. Доброе утро, добрый день или вечер, в зависимости от того, откуда ты входишь в систему. Меня зовут Брэндон Айви, я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Я основатель и генеральный директор криптоакадемии Лиги Плюща, сокращенно ИЛКА. Спасибо тебе за то, что ты выкроил время из своего графика для того, чтобы побыть здесь. Мы ведем прямые трансляции на Facebook, Twitter, YouTube, и ты можешь зайти прямо к нам на наш стриминговый сайт. Так вот, как правило, в эту субботу утром мы проводим крипто-ток-шоу, посвященное тому, что происходило в криптопространстве за последнюю неделю. Но сегодня мы собираемся заняться чем-то немного другим. У нас будет интервью с генеральным директором по маркетингу, всего проекта VAR, о котором мы говорили в течение последних двух месяцев, и к которому многие из вас присоединились. И многие из вас как бы просто сидели сложа руки, наблюдали и наблюдали за тем, что происходит. Видишь ли это проект, ради участия в котором я вышел на пенсию и ушел из сферы прямых продаж? И на то есть веская причина. Время было выбрано как раз вовремя, просто идеально. В нашей компании мы только что выпустили курсы DeFi NFT Metaverse. И в то же время мы познакомились с этим проектом, который ставит в центр внимания в основном веб-игры в стиле моего первого класса AAA. Так вот, первые 2.5 месяца или около того мы находились в режиме стелс-запуска, а последние 1.5-2 месяца мы находились в стадии подготовки к запуску. К тому же в последнее время мы добились больших успехов, и многие из вас, ребята, в полной мере воспользовались этим преимуществом. А я всегда говорю, что выбор времени и позиционирование — это самое главное. Так вот, даже для тех из вас, кто говорит: «Брэндон, я не геймер». Я вовсе не геймер. Какую пользу я могу извлечь из этого? Поскольку речь идет о крипторазговорах, то это еще и целый криптопроект. А вчера вечером или вчера утром для нас вы, ребята, смогли увидеть витрину, вторую демонстрацию того, что же на самом деле представляет собой этот продукт. И у меня просто взорвалась голова. То, что я увидел, говорит о том, что вероятность этого гораздо больше, чем мы изначально предполагали. Вселенная на самом деле гораздо больше. Это гораздо больше, чем просто игра Тарвара, но вы должны взглянуть на технологию, лежащую в ее основе, на технологию, которую они внедряют и используют. И одна ключевая вещь, которая бросилась мне в глаза вчера, когда они сказали вот что: мы хотим быть лидером криптопространства, и поэтому мы собираемся заняться этим через 2 недели. Но в качестве оговорки хочу сказать, что я не являюсь лицензированным финансовым консультантом, чтобы давать какие-либо финансовые консультации. Я делюсь информацией и читаю новости исключительно в информационных, развлекательных и обучающих целях. И только от вас зависит, ребята, принять свое собственное обоснованное и разумное решение. Так вот, что я хочу сейчас сделать, так это представить вам джентльмена, которого многие из вас уже видели раньше. Некоторые из вас еще не видели, но я хочу представить, он является генеральным директором проекта VAR, и мы тесно сотрудничаем в течение последних 2 лет. В течение нескольких месяцев. И зовут его мистер Николас Ванденберг. Итак, Ник, как у тебя дела сегодня утром или вечером, если ты хочешь немного погулять? Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер для меня. Ты можешь видеть, что у меня появился новый, совершенно новый фон VAR. Это довольно порочно. Брэндон, мне действительно нужно поделиться с тобой этим новым визуальным изображением. Нам еще так много предстоит сделать. И мне просто безумно нравится с тобой общаться. Я знаю, что на самом деле мы общаемся уже более 2 месяцев, уже несколько месяцев подряд. И я так рад, что люди, которые вчера прослушали нашу презентацию, действительно смогли увидеть, что мы собой представляем. И мне очень нравится тот факт, что ты представил нам нечто большее, чем просто игру. И именно поэтому мы были так взволнованы вчерашним днем. И это определенно нечто большее, чем игра с точки зрения экономики, с точки зрения токеномики. Конечно же, с точки зрения того, о чем мы на самом деле будем говорить о сегодняшнем дне, который действительно является самой важной частью всего уравнения. Так что еще раз спасибо тебе за то, что пригласили меня к себе. Спасибо вам, ребята, за то, что настроились на наш лад. И я действительно повторяю то, что ты сказал об отказе от ответственности, конечно же, со стороны. Те же самые отказы применимы к различным возможностям заработка в нашем мире, в нашей экосистеме. Убедитесь, что вы выполнили свою домашнюю работу и являетесь аккредитованным инвестором. И мы, очевидно, собрались здесь для того, чтобы просто свободно поговорить о том, в чем заключаются наши увлечения, а также обо всех наших различных отказах от ответственности и тому подобном, которые очень хорошо освещаются в наших социальных сетях и в нашем веб-пространстве.
пространстве. Так что большое тебе спасибо за то, что ты снова пригласил меня к себе. Я хочу начать с того, чтобы люди поняли, что здесь есть две составляющие. У нас есть Tarvara, а затем у нас есть сетевая сторона, которая изначально называлась Star Horizon. А теперь мы переходим к бренду Vara. Так, не могли бы вы рассказать всем об этом переходе и о том, почему мы двигались в этом направлении? Совершенно верно. Мы двигались в этом направлении, потому что это действительно был прогресс. Ты упомянул о том, откуда мы пришли, с точки зрения звездного горизонта. И мы просто почувствовали, что это было слияние двух брендов. И мне намного легче вести разговор с точки зрения Vara, где у нас есть все эти разные компоненты. Это говорить с тобой о разных брендах, когда мы ведем открытые разговоры как таковые. Так что нам было действительно не терпится взглянуть на то, откуда мы пришли, с точки зрения StarVar, которая всегда была нашей платформой для MORPG, которую мы будем внедрять в течение следующих кварталов. Но что еще более важно, благодаря «Звездному горизонту» мы только что увидели возможность обратиться к одному повествованию, к одному посланию. Вот и Vara, вот и ваш экономический центр, вот и ваш бэк-офис, вот и ваша способность раскрыть эту невероятную инновацию, которую мы внедрили в сеть Lightning 2 и действительно объединили все различные компоненты внутри бизнеса. Итак, теперь у тебя есть централизованное приложение, которое может облегчить работу твоего кошелька, облегчить твою цифровую косметику. И это просто создало такую приятную историю, в которой ты рассказываешь об одном бренде. Я знаю Брэндона, ты всегда рассуждаешь о матрице. А теперь мы действительно говорим о матрице с точки зрения вируса. Так что это действительно позволяет нам вести целеустремленный разговор. У нас нет никакой путаницы с различными брендами и тем, как они работают вместе. Мы продвинулись далеко вперед. И да, мы очень-очень рады, что сделали это объявление за последние две недели. Я должен тебе сказать, что мне нравится новый дизайн. Мне нравятся его цвета. Мне нравятся изображения, которые вы, ребята, выкладываете. Я не могу дождаться, когда получу в свои руки ваши новые слайды, потому что я собираюсь все это изменить для своих презентаций. Так вот, вчера мы также видели демонстрацию игрового процесса. И одна из вещей, о которых, как мне кажется, сообщество до сих пор не получило полного представления, это мощь коробок с добычей и косметики. И когда я увидел 2,1 миллиарда различных аватаров, которые могут быть такими, какими они не могут выглядеть, они не будут выглядеть одинаково. Не мог бы ты немного рассказать об этом? О косметике, о телосложении и о том, как делать это со своего мобильного телефона? Вот и все. Вот и все. Это просто безумие, чувак. Это просто безумие. Нет, это безумие. И ты слышал об этом от Дома? Он провел несколько бесед с некоторыми ребятами, работающими за кулисами наследия Хогвартса. Дом сказал, что это было первое место. И мы действительно были так взволнованы всем этим созданием аватара. И причина этого в том, что, как мы уже говорили, это и есть твоя цифровая персона в нашем мире Звездной войны. И мы всегда говорили об этом с самого начала. И это действительно дает тебе возможность настроить свой внешний вид, настроить свой опыт. Как мы уже говорили ранее, с нашей точки зрения существует целый ряд фракций, существует целая Солнечная система. И к тому же существует нечто большее, чем просто Солнечная система, существует целый ряд Солнечных систем. И ты, очевидно, можешь настроить свой образ аватара в зависимости от различных фракций и того, откуда ты родом, в рамках закона с нашей точки зрения. Но что еще более важно, это позволило тебе по-настоящему использовать цифровые активы внутри игровой экономики. Так что ты, возможно, слышал, как я рассказывал о золотом пуховике в куртке. Я, конечно же, так хочу его купить, что обещаю тебе, мне нужно его купить. Мне нужно, чтобы кто-нибудь из моей команды разработал дизайн одного из них в качестве части коробки с добычей. А почему так важно иметь что-то вроде создателя аватара? Это определенно дает нам возможность в первую очередь настраивать наш опыт, то, как мы взаимодействуем в открытом мире. Но более того, это действительно позволяет цифровым предметам воплощаться в жизнь. Так что если мы будем собирать эти цифровые предметы внутри игровой экономики, а также с помощью наших пакетов доступа, вы можете просто сразу увидеть возможности с экономической точки зрения, если начнете ими торговать. И именно поэтому это было так важно для нас. Так что мы действительно верили, что создатель аватара собирается отличить нас друг от друга там, где вы прошли процесс регистрации, вы смогли создать эту личность. Но при
При этом вы используете те самые цифровые активы, которые приобретаете через ящики с добычей, вы приобретаете их с помощью пакетов доступа и в рамках игровой экономики. И это был действительно настоящий капиталист. Так что теперь у тебя есть не только полезность, а это очень важное ключевое слово, Брэндон, и мы с тобой оба знакомы с целым рядом подобных проектов. Но ты всегда обращаешься к тому, в чем заключается полезность. Ты можешь сразу же ознакомиться с этой утилитой, как только зарегистрируешься в разделе «Настройка утилит». И что еще более важно, это не дает тебе возможности использовать ее в игре. И это очень важный момент, потому что все действительно зависит от визуализации. И это само по себе создает уникальную возможность, потому что вам может понадобиться определенная цифровая косметика, она не обязательно даст вам внутреннюю силу. Она не даст вам власти в игре. Вовсе не обязательно, что это придаст тебе силы в игре, но это определенно придаст тебе ту визуальную привлекательность, тот визуальный статус. Брэндон, ты являешься одним из основателей нашей организации благодаря тому факту, что ты приобрел не кого-нибудь, а количество пакетов учредителей компании. И ты заметишь, что в рамках этой возможности с точки зрения пакета доступа, ты получишь значок основателя или лацкан основателя. И это тоже уже выделит тебя из толпы. И когда вы общаетесь, извини, у меня с тобой действительно хороший день. Я так взволнован. И я просто разговариваю. И я предполагаю, что в этом и заключается суть этого разговора, потому что в ближайшие недели и месяцы нам предстоит так много всего распаковать. Но, безусловно, с точки зрения создания аватара, это просто дает вам неограниченные возможности настроить свой внешний вид. И действительно проникнуть в суть торговой экономики с помощью цифровой косметики. Это очень важный момент, потому что один из наших лидеров задал такой вопрос, что большинству геймеров действительно не нравятся игры, в которых игрок может купить предмет. А затем этот предмет делает его сильнее всех остальных, основываясь не на их реальных игровых навыках, а на том факте, что у них есть деньги, и они могут покупать то, чего не делает кто-то другой. В данном случае речь идет всего лишь о косметике, о внешнем виде, на котором не будет основываться ваш игровой процесс, потому что вы смогли купить предмет, который сделал вас супермощным. И геймерам очень нравится этот аспект игры. Но даже при этом ты думаешь, зачем людям покупать косметику? Это пространство стоимостью в несколько миллиардов долларов, и людям нравится, как выглядит их персонаж. Так что я ценю то, что вы, ребята, привнесли столько разнообразия в игру и сделали такой выбор, который нужно сделать. Вы можете это сделать, я имею в виду, позвольте мне осторожно подбирать слова. Вы даже можете купить шкуру ящерицы, если захотите, вы понимаете, что я имею в виду. Так что здесь просто огромное разнообразие товаров. Но знаешь, ты затрагиваешь тему, которая мне очень дорога. Я очень люблю бренды. Я пришел из креативной медиаиндустрии и большую часть своей жизни работал в сфере креативных медиа. И что меня действительно волнует так, это то, что реальность такова, что мы с тобой каждый день проводим в торговом центре. О, это вышло неправильно. Каждый день. Мы этого не делаем, но многие из нас проводят много времени в торговых центрах и часто посещаем эти известные бренды. Если ты посмотришь на Adidas, Gucci, Dolce & Gabbana и тому подобное, то увидишь, что мы приобретаем эти физические товары с точки зрения все время думаем о своем физическом облике. Или же мы стремимся к нему. А почему бы и нет в цифровом мире, и почему это так? Почему это не имеет никакого значения? Это одно и то же стремление. Мы хотим обладать таким же чванством, мы хотим иметь ту уникальную вещь, которая есть не у всех. Или, если уж на то пошло, мы хотим выглядеть определенным образом, мы хотим одеваться определенным образом. Так что то же самое происходит и в нашей среде, где мы предоставляем вам возможность настраивать свой опыт точно так же, как если бы вы это делали в реальном мире. Даже компания Onyx из JP Morgan даже заявила в своем проекте «Метавселенная», что цифровые активы в этом цифровом мире будут стоить дороже, чем цифровые активы в реальном мире. Нет никакой разницы между желанием людей хотеть чего-то в реальном мире или в игровом мире, но игровой мир станет намного больше, намного обширнее, и у них появится доступ к тому, чтобы иметь возможность сделать то, чего они никогда не смогли бы сделать в реальном мире. Так что мне очень нравится эта идея, но я хочу перейти к следующему шагу. Конечно же, к следующему. Давай же. Нет, конечно же. И я думаю, что в заключение просто хочу сказать по этому поводу, что мы действительно предоставляем тебе возможность извлечь из этого пользу. Вот в этом-то и заключается ключ к разгадке. Итак, мы обменяли эти активы, и я просто хотел бы закончить на этом моменте. И я знаю, что нам нужно ответить на ряд вопросов сегодня вечером или сегодня же, если уж на то пошло. Но ты же знаешь, что это дает тебе возможность торговать, приобретать эти предметы, как ты только что сказал,
с помощью пакетов доступа в краткосрочной перспективе. А затем, очевидно, в рамках игровой экономики, когда ты путешествуешь по этому обширному открытому миру, ты затем вы торгуете ими на торговых площадках на наших галактических биржах. Вы делаете их доступными для других пользователей сети, других геймеров. Но что еще более важно, ты можешь извлечь из этого пользу. Так что если мы с тобой обменяемся на этот золотой пуховик, то у тебя появится возможность извлечь эту пользу. И это ключевой компонент, потому что ряд текущих названий, представленных на рынке в данный момент, на самом деле не позволяют тебе иметь возможность, чтобы извлечь из этого пользу. И Дом говорил об этом во время нашего вчерашнего телефонного разговора в прямом эфире. И это действительно так. Геймеры проводят время в рамках игровой экономики, и они накопили такое невероятное количество ценности, а потом они застряли. И если они хотят попытаться извлечь эту ценность за тысячи часов, потраченных в рамках игровой экономики, им не разрешается этого делать. А потом, когда они все-таки попытаются это сделать, им влепят гонорар в размере 3040%. И более того, они фактически забанят свои аккаунты. И это как раз то немногое, что нас не слишком устраивает. Это действительно та самая возможность, которую мы предусмотрели на открытом рынке. И ты уже упоминал о стиме криптомира. И черт возьми, приятель, мы видим, что именно в этом заключается наша действительно невероятная возможность. Когда мы открываем то, что было проблемой в течение многих лет, с точки зрения извлечения ценности внутри самой игры. Так вот почему мы так взволнованы. Через мгновение я собираюсь вернуться к этому занятию. Но прежде чем мы перейдем к этому вопросу, позвольте мне рассказать немного о технических деталях. В самом начале, когда мы изучали технический документ, мы рассматривали токен Вара как токен, основанный на стандарте ERC-20. А теперь, похоже, мы переходим на платформу BRC-20. Неужели именно так все и работает? Я не хочу вдаваться в слишком подробные подробности, потому что Дом собирается по-настоящему поговорить об этом в пятницу на этой неделе. И поскольку я являюсь генеральным директором, а Дом, очевидно, является главным архитектором игр и соучредителем этого проекта, для меня все, что я могу тебе сказать, это то, что продвижение в рамках сети Lightning Network, если мы посмотрим на то, что произошло с BRC-20, то увидим, что вокруг проекта поднялся невероятный ажиотаж. Я знаю, что на найдется немало криптоэнтузиастов, которые свяжутся со мной после этого или с тобой после этого. Хорошо ли это? Хорошо ли это для BTC или нет? Я знаю, что на каналах Discord ведутся очень жесткие дебаты и тому подобное. Для нас это действительно было связано с инновациями в сети Lightning и возможностью совершать транзакции на высокой скорости, масштабируемостью того, чего вы могли бы достичь с этой точки зрения. Но что еще более важно, то, чему мы научились на выставке BRC-20, если ты заметил, что за последние две недели гонорары просто снова взлетели до небес. И поэтому самое главное для нас — это то, что мы предоставляем цифровые активы. Мы собираемся предоставить вам возможность чеканить эти цифровые активы при условии, очевидно, что вы прошли процедуру КИК. И тогда для вас будет законно передавать эти активы цифровой актив из игровой экономики, основанной на вашей юрисдикции, чтобы иметь возможность затем чеканить этот актив и извлекать из него ценность. Но мы определенно настроены очень оптимистично с точки зрения того, что Дом и его команда сделали в сети Lightning Network. И как мы с тобой знаем, если мы говорим о чистой криптографии, просто чтобы немного углубиться в технические вопросы, что это делает, что облегчает возможность токенизации актива. Но что еще более важно, предлагайте это за небольшую часть стоимости того, что мы видим сейчас с BRC-20. И я имею в виду, что эти сборы просто зашкаливают. Да, они совершили миллион транзакций, если ты заметил, и, возможно, я ошибся в своих расчетах. Может быть, за очень короткий промежуток времени это было нечто большее, чем просто нечто большее. И вдруг мы увидели заторы на дорогах. Мы вдруг увидели, что гонорары стремительно растут. И они пытались решить ту же самую проблему, которую пытался решить ERC-20. И они затеяли всю эту дискуссию о том, хорошо ли это для сети биткоин. И мы продвигаемся на шаг выше этого уровня, с точки зрения второго уровня, где нам удалось обеспечить низкую стоимость и масштабируемость. Так что нам еще многое предстоит сделать в этом направлении. Но, безусловно, мы очень-очень взволнованы тем, что облегчит нам сеть Lightning второго уровня, конечно же, с точки зрения перспективы Вары и звездного вируса.
Да, это то, о чем я не могу дождаться, чтобы услышать больше восторга, особенно обо всем этом BRC-20 Ординале. Это всего лишь несколько, ему было несколько месяцев. Может быть, пару недель. Ну и так далее. Совершенно верно, чувак. Абсолютно верно. Еще 2 месяца назад ни один из этих разговоров был бы даже невозможен. Да, сеть Lightning существует уже некоторое время, но это всего лишь упрощение того, что она действительно делает, а также протокол RAC. И эти ребята делают некоторые невероятные вещи с точки зрения того, что они делают доступным для нас, конечно же, с точки зрения вара. Но да, еще кое-что можно будет проследить за этим, когда Дом и Грег распакуют это на следующей неделе на нашей витрине в пятницу. А теперь я хочу окунуться в атмосферу Steam. И для тех из вас, кто не является геймером, я говорил об этом вчера, Дон, мне пришлось сделать ответный звонок после витрины, потому что я так много всего там увидел. Мне очень много чего хотелось распаковать по своим вещам. И в своей компании мне нравится говорить людям, что я объясняю все так, чтобы моя мама могла понять. И поэтому мне нужно разобраться в некоторых технических деталях, но для тех из вас, кто не понимает Steam как геймера, это похоже на одну точку доступа. Где я могу, я получаю доступ ко всем ресурсам игровых сообществ, которые я могу скачать, и к этому подключено целое сообщество. А еще у меня на компьютере есть такие игры, как SimCity, Civilization и другие подобные игры, в одном месте можно получить доступ ко всему, что угодно. И вот что нам изначально очень понравилось и от чего мы пришли в восторг, так это от проекта Starva. Чего мы действительно не понимали и не видели до сих пор, так это того, что это один из его аспектов. Технология, которую вы, ребята, создаете, сделает ее привлекательной для других людей в мире. Прямо сейчас же. Таким образом, вместо того, чтобы конкурировать, вы предоставляете им платформу для использования доступа и выполнения того, что вы делаете, вместо того, чтобы они строили самостоятельно. Не могли бы вы немного объяснить это людям из отдела, в чем суть криптографии? Вы только что сделали это для меня. Мне даже не нужно больше ничего говорить, Брэндон. Вы только что красноречиво описали открывающиеся возможности и то, что мы предлагаем рынку. Так что, конечно же, для тех, кто не является геймером, позвольте мне сказать вам, Брэндон, я был в Steam ранее, потому что они только что выпустили мою любимую игру Metro, которая доступна сейчас до 25 числа бесплатно. Так что я смог быстро зайти и скачать эту игру. Но да, я просто хотел бы на минутку отступить назад. И действительно, мне нравится эта аналогия, поговорите с рынком с точки зрения понимания. И я хочу говорить здесь как трехклассник, и именно это мы действительно и делаем. Мы предоставляем возможности независимым геймерам, основным геймерам с точки зрения разработчиков игр, а также возможность предлагать по существу свои внутриигровые активы в нашей среде. И в этом-то все и дело. Так что позволь мне действительно взорвать твой мозг на одну секунду. Представь себе возможность, при которой ты сможешь извлечь пользу из множества игр, с которыми мы с тобой знакомы. Так что давай вернемся к тому разговору, который мы всегда ведем. Представь, что Матрица, твоя любимая игра, находилась в среде вара рядом со стилем вара. И теперь ты можешь извлечь ту ценность, которую ты сам даже признал за 1000 часов, проведенных в вашей организации. Или ваш друг, ваш круг друзей играли в рамках этой игровой экономики. А теперь ты пользуешься услугами торговой площадки Вара, которая действительно позволяет извлекать пользу из этих различных игровых жанров и игр, и извлекать эту пользу в качестве цифровой косметики, торгового и надежного товара. Да, мне не нужно больше ничего говорить и следить за тем, что происходит дальше. В пятницу мы узнаем гораздо больше с точки зрения того, как это будет происходить. Но, конечно же, с точки зрения сцены, это определенно находится у нас на радаре. А теперь не могли бы вы объяснить всем присутствующим, как при такой системе, созданной другими проектами и компаниями, использующими технологию Тарвара, владельцы узлов могли бы извлечь выгоду из деятельности, происходящей за пределами экосистемы Тарвара? Да, и просто для того, чтобы сказать. Я знаю, что мы с тобой уже говорили об этом. Я думаю, просто для того, чтобы на мгновение отступить назад. То, чему мы содействовали, не является транзакционным узлом. Мы разработали программный смарт-контракт или программный узел, который действительно позволяет вам разблокировать механизм размещения ставок в рамках игровой экономики.
И это очень большое отличие, когда мы отошли от того, что по сути было транзакционным узлом, аппаратным узлом, на котором люди покупали в прошлом, уже было несколько подобных случаев. И им приходится запускать инфраструктуру для проверки транзакций, для которых действительно существовала какая-то форма гарантии возврата денег. И я не хочу говорить об этом, потому что это не относится к нам. Именно об этом мы и говорили вчера. Мы переходим к очень устойчивой бизнес-модели, построенной на ценности для самих людей и устойчивом развитии. Это не схема быстрого обогащения с точки зрения приобретения нашего смарт-контракта. И к тому же мы предоставляем возможность отдельным лицам, у которых действительно есть эти токены, разблокировать механизм размещения ставок и действительно зарабатывать на игровой экономике. Я не могу не подчеркнуть это достаточно сильно. Игры приносят доход, который облегчает доступ к игровой экономике. Так что для тех из вас, кто еще не слышал об этом раньше, позвольте мне просто объяснить вам это. Поскольку геймеры приобретают наши неограниченные облигации для доступа к невероятным исследованиям космоса, которые являются Тарвара, на основе подписки еженедельно или ежемесячно, что приносит доход или в бизнес, который мы сделали доступным, как мы всегда говорили, до 33% от этого дохода от игры поступает в пул, который затем может быть приобретен путем размещения ставки вашего заемщика против узлового токена или смарт-контракта. И это просто показывает тебе, что ты мог бы посчитать, как приходят геймеры, они приобретают ряд облигаций, которые затем зачисляются в пул. И ты можешь затем поставить и заблокировать токен вара против этого смарт-контракта, после чего ты сможешь зарабатывать из того пула, который мы предоставили в наше распоряжение. Так что это абсолютно экологичное решение. Ты можешь наладить прямое сотрудничество между приходящими геймерами и узнать, какие у них есть возможности. У нас нет гарантированного дохода, который гарантирован рядом других проектов. Мы рассматриваем возможность получения устойчивой прибыли, исходя из реальности того, как этот доход выглядит с точки зрения игр. Поэтому мы приложили все усилия, чтобы подчеркнуть это и обеспечить открытость и прозрачность с точки зрения того, как вы зарабатываете на механизме размещения ставок. Очень-очень хорошо сказано. И я хочу сказать вот что кое-кому из вас, присутствующих здесь тоже. Если ты помнишь, как эфириум прошел путь от доказательства работы до доказательства ставки, то далеко не каждый мог сделать ставку на эфириум. Чтобы иметь привилегию делать ставки на эфириум, тебе нужно иметь в своем распоряжении по крайней мере около 33 эфириумов. И когда люди слышат заметки, они автоматически думают: «Неужели я могу гарантировать возврат токенов на ежедневной или еженедельной основе?» Нет, это означает, что здесь нет никаких спекуляций. Никаких гарантий нет. Это действительно основано на успехе продукта, успехе самой игры, на том, что вы получаете вознаграждение от людей, действительно использующих продукт, а не от какого-то волшебного бота, который притворяется «торгуйте и получайте ежедневную прибыль». Это совсем не похоже на нашу экосистему. И я хочу подчеркнуть этот момент для наших членов, которые собираются там, чтобы поговорить об этом. И они хотят продавать узлы, на которых они говорят на правильном языке и получают правильную информацию. Так что большое тебе спасибо. Спасибо тебе за то, что ты это сказал. Нет, ни в коем случае. И спасибо тебе за то, что ты еще больше прояснил этот вопрос. И это очень важно и дорого для Грега, и для меня, и для дома, и для остальных членов команды. И это бросается в глаза. Именно в этом мы определенно стоим особняком, и с самого начала ясно давали понять, что доходы от игр, полученные за счет игры, входят в этот экосистемой вовлечения в мир MMORPG. И мы просто вносим процент от этой суммы в размере $699 в пул, который является кольцевым ограждением для держателей узлов. А затем предоставляем вам возможность поставить на карту вара, чтобы получить этот доход. И это действительно дает тебе возможность самому принять это решение, в отличие от того, чтобы я гарантировал тебе какую-то отдачу в той или иной форме, а это определенно не так. Даже при успехе Тарвара, при том, что это похоже на развитие криптографии, когда появляются другие проекты, они по-прежнему используются экосистема вара, токены вара. А это значит, что владельцы узлов также извлекают из этого выгоду.
Это правильно? Отвечает Брэндон. Да, тебе даже не нужно ничего подробно объяснять по этому поводу. Так что ты можешь себе представить, к чему мы клоним. Ты можешь представить себе эту возможность с точки зрения устойчивого развития, как это будет способствовать более широкой отдаче, устойчивой отдаче в будущем. Построенная на это основа для целого ряда других проектов, в которых по-прежнему будет задействована та же механика. Так что мне пока даже не нужно расширять круг ответов на эти вопросы. Я все понял, когда увидел это. Ты же директор по маркетингу, так что вся твоя позиция говорит о маркетинговой стороне этого дела. Не мог бы ты поделиться со всеми своими планами по маркетингу этого продукта во внешнем мире и среди геймеров, чтобы привлечь к нему внимание? А также с нашей стороны, с точки зрения сетевого взаимодействия, что нам следует делать в течение этого времени, чтобы привлечь к нему внимание общественности? Совершенно верно. Мы собираемся распаковать это дело в пятницу. У нас есть очень подробная дорожная карта. Я думаю, Брэндон, что именно этому вопросу мы посвятим почти целый час. Одному Богу известно, чем занимается директор по маркетингу в современном мире. Мы находимся в коммерческом пространстве и взаимодействуем с техническими командами. К тому же у нас есть довольно важная роль в организации, которую я действительно люблю и которая, очевидно, приносит нам успех. Но что еще более важно, мы должны просто вернуть все это обратно в сферу маркетинга. Моя настоящая роль заключается в том, чтобы обеспечить вас нужной информацией. У вас есть правильное представление о том, о чем мы говорили, о том, что я здесь, как всегда, всегда доступен. Я знаю, что всегда говорю это, и это приводит меня к неприятностям, потому что так оно и есть на самом деле. Я хочу добиться того, чтобы сетевые организации действительно создавали этические возможности для своих бизнес-команд. И я забочусь о том, чтобы мы предоставляли каждому правильную информацию, будь то наш компенсационный план, будь то наши маркетинговые презентации, контент, который мы продвигаем. Я всегда очень внимательно относимся к тому, что мы говорим, и к тому, что должно быть сказано. Мы с тобой только что, еще до этого звонка, обсудили все возможные варианты отказа от ответственности. Мы должны помнить, что существует целый ряд отказов от ответственности, о которых действительно нужно постоянно упоминать. Потому что это имеет первостепенное значение для того, с чем мы работаем, а именно, очевидно, веб-2 и в веб-среде, основанной на токенизации. В ряде случаев используются токены безопасности. Эти заявления об отказе от ответственности всегда очень и очень важны для компании Paramount. Но если просто вернуться к чистому маркетингу, то у нас есть довольно надежный маркетинговый план, который будет включать в себя различные мероприятия. Я не знаю, видел ли ты это, но у нас есть невероятная Снелл, которая присоединилась к нам, и она собирается возглавить вентиляционный слой нашего бизнеса. Я знаю, что вы, ребята, действительно с нетерпением ждали того момента, когда мы сможем начать собираться вместе в физических местах, будь то это Дубай, Штаты и ряд других стран, которые мы выделили для нашего внедрения. Но все это будет объяснено в пятницу, а именно на что именно ты можешь рассчитывать с точки зрения нашей стратегии проведения соревнований. И в заключение, с маркетинговой точки зрения. Мы всегда прилагали все усилия, чтобы сделать доступными все наши новые презентации, гарантируя, что они это самые последние разработки. Так что у вас не возникнет неправильного представления об этом проекте. О том, что мы передаем и чего ожидаем как от сетевого подразделения, так и от того, что ожидается с точки зрения предложения игр. У нас действительно есть много людей, которые начинают продвигаться по службе и получают повышение до самых высоких должностей. Мой спонсор Питер Блэквелл только что получил звание вице-адмирала. Вот и все. Да, я обожаю этого парня. Он — это он, и мы с ним постоянно общаемся. И да, конечно же, он так и сделал. Он действительно попал в полицию нравов. Это просто потрясающе. Поздравляю Ваканду с этим событием. Это было просто потрясающе. Это что-то особенное. А теперь у нас приближается крайний срок, не так ли? Что касается пакета командира. Так, не мог бы ты немного поговорить об этом? Да, я могу это сделать. У нас есть крайний срок, но об этом будет объявлено в пятницу. Так что я не хочу видеть. Я не хочу явно искажать то, что мы публикуем в пятницу. Так что, если ты не возражаешь, лучше позволь моему лицу говорить в пятницу с точки зрения этой дорожной карты. Я могу сказать, что эта возможность была очень хорошо воспринята с точки зрения предоставленной мне возможности. Было действительно замечательно и смиренно работать с такими людьми, как вы, Брэндон, и с тем, чего нам удалось достичь за короткое время.
мы просто становимся все больше и лучше с точки зрения того, что мы предлагаем. И я могу сказать тебе, что в пятницу у нас будет несколько захватывающих новостей. До пятницы мы все еще работаем на всех парах. И многое еще будет раскрыто с точки зрения метаморфозы этой невероятной возможности для основателей и того, что это будет означать для компенсации и возможности зарабатывать в будущем. Мы очень рады этому событию. Я больше ничего не буду говорить об этом. Я позволю нашей живой демонстрации сделать это в пятницу. Ну что же, хорошо. Ник, я должен сказать, что мне очень приятно видеть тебя здесь. Я так взволнован. Я уже давно не был так взволнован, потому что это затрагивает все самые разные вещи, которые являются моей страстью в одном месте. Так что я хочу поблагодарить тебя за то, что ты собрал все это воедино и дал нам возможность поделиться видением ваших ребят, потому что это не то, что было создано просто так. Вчера. Этот проект существует уже пару лет, и мы говорим людям, что это не компания сетевого маркетинга, которая пытается выяснить, что они хотят продать. У них уже есть товар первого класса. А теперь мы приступаем к разработке серверной части и создаем сетевую составляющую, чтобы у всех вас была возможность принять участие в этом действии, которое должно состояться. А ведь это компания, которая занимает первое место на рынке этой технологии. И иногда они всегда говорят, что дело не в том, кто лучший, а в том, кто занимает первое место. Но, на мой взгляд, похоже, что это будет не только первое место, но и лучшее. Так что спасибо тебе, Ник. Есть ли у тебя какие-нибудь пожелания, чем бы ты хотел поделиться со всеми? А потом мы продолжим и обсудим это. Донни, большое тебе спасибо. И единственное, что я хочу сказать, это поблагодарить тебя тоже за всех, кто откликнулся на этот звонок, а также за тебя самого и остальных членов твоей команды. Я действительно чувствую, что мы строим это вместе, и я очень благодарен тебе за то, что ты все принял участие в этом путешествии. И я действительно имею это в виду. Я вижу, что ты помогаешь нам понять, что это значит, и создаешь эту историю для нас по мере того, как мы продвигаемся по этому пути. И это своего рода свидетельство того типа людей, с которыми мне посчастливилось встретиться в ходе этого процесса. И я знаю, за что мы выступаем как отдельные люди в этой организации, за прозрачность, справедливость и стремление действительно построить что-то такое. Что задело бы сообщество за живое, как с точки зрения сетевого уровня, так и с точки зрения игр. Я просто очень рад показать вам больше информации, которая появится в пятницу, о том, чем мы занимаемся и как собираемся покорить мир штурмом. С точки зрения того, как позиционируется Вара, а также о том, что она, очевидно, является звездой игры. Так что еще раз спасибо тебе за это. Мне не терпится поболтать с тобой в пятницу вечером. Как ты заметил, время нашего общения сократилось примерно с 20 минут до 40. Сейчас мы приближаемся к двухчасовому утру. И да, у нас впереди целая неделя записи, и я действительно рад показать тебе еще больше. И что еще более важно, Брэндон, я собираюсь показать тебе закулисье самих людей из моей команды. И для этого действительно нужно взглянуть на вещи по-человечески. Что же должен делать креативный директор? А чем же занимается бренд-менеджер? А что такое команда поддержки, с которой вы, ребята, общаетесь каждый день? А чем они занимаются изо дня в день? А что еще важнее, кто они такие на самом деле? Откуда они взялись? А как они выглядят на самом деле? И вот ты продолжаешь общаться с тобой по электронной почте. Потому что иногда забываешь, что на самом деле в конце этого звонка, или телефонного звонка, или электронного письма находится человеческое существо. И это будет здорово дать этим лицам какое-нибудь имя. Так что я не могу дождаться, когда это произойдет в пятницу, когда ты сможешь по-настоящему пообщаться с моей командой, и я действительно с нетерпением жду этого. И еще раз спасибо тебе за это время. Мне очень нравится общаться с тобой. Ты же знаешь, я всегда участвую в этих шоу, я действительно волнуюсь. Сейчас я действительно взволнован еще больше, чем до того, как присоединился к нам, и я снова был по-настоящему взволнован. Так что еще раз спасибо тебе, Брэндон. Я действительно с нетерпением жду конца недели. Спасибо тебе, Ник. В любое время, когда ты захочешь вернуться, мы будем рады видеть тебя у себя, и мы запланируем что-нибудь конкретное. И еще раз, мне очень нравится тот факт, что вчера вы, ребята, продемонстрировали кроссплатформенную возможность игры, на которую были способны люди. Они играли в мобильном приложении на PlayStation одновременно. Это покажет всем, как далеко уже продвинулось наше развитие. Я вам очень благодарен за это. Спасибо вам за это. Это было круто, эй? Это было действительно круто. Я знаю свою команду на заднем плане. Они разговаривали по своим телефонам в одно и то же время. Так что это было довольно жестоко, приятель. На самом деле, я так рад, что вы, ребята, смогли это увидеть. Масштабируемость, кроссплатформенная функциональность того, что мы создали, и что позволяет вам увидеть, как PS5 играет против кого-то по мобильному телефону, довольно злая штука. Я с нетерпением жду следующей недели. Спасибо тебе, Ник. Все остальные, я надеюсь, что вы, ребята, как всегда, узнали что-то новое. В этом-то все и дело. Мы вернемся сюда завтра вечером, в воскресенье вечером. Я выступаю
выступаю с презентацией в 8 вечера по восточному времени и в 5 вечера по тихоокеанскому времени. А на следующей неделе я добавлю международную презентацию. Мы собираемся начать это в среду в 2 часа дня по восточному времени и в 11 утра по тихоокеанскому времени. Так что те из вас, у кого есть члены клуба в Великобритании, Африке, Европе, Южной Африке и по всему миру, запишите это в свой календарь. Ссылка на сайт всегда одна и та же. А затем мы перейдем к нашему обычному расписанию. Так что спасибо тебе, Ник. Поживем, увидим. А вот и ты, ребята. Желаю тебе отличного дня. Вот и наш трейлер. И мы позаботимся о том, чтобы ты хорошо провел выходные. Пока-пока. Пока.